Иди ко мне на скормление. Ха-ха-ха-ха-ха. О, смотрите, какая я уже. А, прикольно. Смотрите, какая я. Короче говоря, я решила стать самой толстой в Roblox. Ну что ж, давайте все-таки съедим вот этот томатик. Еще один томатик. А что у меня? Я не толстею. А, потому что помидоры нельзя кушать. Говорят, что, что нельзя есть помидоры. Ну ладно, хотя зачем сладости есть? Ну ладно. Так, главное убежать от этого, потому что он мне может... Так, надо есть, есть, есть. Что ты за мной бежишь? А, он не за мной бежал. Так, у меня уже... Я уже вешу. Я хотела сказать 14, но из-за помидора я на 5 кг исчезла. В итоге я сейчас вешу 13 кг. Так, я пока вот такая. Вначале была совсем худенькая спичка. За мной нельзя гнаться. За мной мальчик гонится. Но это плохо, потому что, как видите, если он меня съест, то он уборщится. Потому что у меня меньше. Поэтому надо осторожней. Нет, вы что на меня все... Блин, надо было печеньку съесть. Но мне прибавило сразу 5. А я за ним гонюсь. Блин, как мне его догнать? Ну, знаете, вот такая вот сеть, так можно сказать. Теперь уже не сеть. Я хочу вот этого догнать. Я не знаю, сколько он весит, конечно. Потому что... Ну, блин, почему все за мной это бегут? Почему меня все так хотят? Ой, все, его съели. Кто за мной гнался? Нет, пожалуйста. Ну, спасибо. Какой он большой, он какой толстый. Хочу быть такой же, чтобы всех съедать. Так, надо быстрее кушать. И соберись. Так, я хочу вот это лайк. 56. Угу. У него 7 кг. Я так заметил. Эй! Все, я съела его. Ха-ха-ха, я тебе сейчас съем. Ну, сейчас, мне кажется, я самый... я не самой обычной формы. Я еще все равно худенькая. У меня всего лишь 62 кг. А если это посмотреть в жизни, то это многовато. Многовато. Так. Пожалуйста, за мной не гонись. Не надо, не надо. Прошу тебя, не надо. Это что? Не надо. Мне нельзя есть. Нельзя... За мной два гонятся, разойдись. О, все. Спасибо, кто меня спас. Ты чё, крохотулька-то? Ты мини-пулька. Сейчас тебя я съем. Не ешь меня. Но я тебя все равно съем. Какой-то Леон. Ау. Ты почему не стоишь? Он сдался. В итоге я 78 кг. Ну, в принципе, я уже так вот толстела. Нормальненько, кстати. Я уже хочу, знаете, быть такой, ну, толстенькой. Будет даже так прикольно. И знаете, когда еще ешь, у тебя все замедляется. И это как раз... Сейчас будут за мной гнаться, кто меня защитил. Мальчик меня защитил. Он теперь будет за мной гнаться, потому что Грэнни какой-то. Да зачем ты за мной? Ну не надо, не надо. О, спасибо. Вот, пожалуйста. Видите, какой он толстенький. А я такая маленькая. Помогите мне кто-нибудь. Наконец-то. Опять меня съели. Круто вообще.
Знаете, так прикольно, когда ты большой, и ты... ну, как сказать? И вроде бы и не прикольно, потому что ты только можешь... Да хватит меня уже! Да ели вы мне. У меня одна, один масс. Это как одна пицца или бургер. Пожалуйста, больше меня не трогайте. А можно сделать так, чтобы меня больше не трогали? А я других это... съедала. Что так сказать? Так, я уже вешу 15 кг. Нормально. Мне почему-то... Мне надо прямо что ли в центр наступить? Да. Да не надо, пожалуйста. Так. Нельзя, точно томаты же есть. Я такая вспомнила, что томаты нельзя это есть. Так. Я уже вешу 23 кг. Что так мало? Тут надо по этой площади собирать, пока тут никто ко мне не пришел. То придут, будут гнаться за мной, как всегда. Ням-ням-ням-ням-ням. Как это же вкусно! Ням-ням. Чуть помидорку не съела. Помидорки же нельзя есть. Именно в этой игре. А в жизни они очень полезны. Смотрите, какая там цепочка. Пока что ко мне никто не пристал. Но сейчас обязательно пристанут, мне кажется. Так, тут целых 4 куска пиццы. Ням-ням-ням. Люблю пиццу. И бургеры тоже. Ребята, напишите... Ребята, а как вы думаете? А точнее, не как вы думаете, а что вам больше нравится? Пицца? Или бургер? Так, я уже 60 кг вешу. Девочка, пожалуйста, за меня гонись. О, смотрите! Какой он большой! Пожалуйста, не надо! Идем. А точнее, бежим, забираем печеньку. Так, главное сейчас вот... А не надо вот... Никуда сильно так сворачивать, потому что она сильно за мной бежит. Сейчас она вроде бы отстала от меня. Ну, типа думаю, а, чё, мне не надо за ней бежать. Я уже практически вешу 100 кг. Я вот вообще боюсь вот этих огроменных. Вот сейчас за мной кто-нибудь из них побежит. 100 пудов. Не надо. Я не хочу на скормление себя отдавать. Сами себя отдавайте. Мне самой надо как-то выживать в этой игре. Выживать. Пожалуйста, ну достать дотяни. Ну еще 9... Вот 90 вот у меня сейчас, а мне надо достать дотянуть. То есть мне еще, по идее, надо 10. И мне надо еще кого-нибудь съесть, потому что... Ну так невозможно долго так продержаться. Сто. Теперь мы... 95. Круто. 91. Так, у меня теперь 104, потому что я съела. Так. Так-так-так. Можно сказать... Кого же тут... С кого же начать? Какой ты большой. Надеюсь, я до тебя догоню. Убегаем. Так вы поняли, я от этого убегаю. Походу, я тут самая большая. Ну, если самая большая, ну, имеется в виду из маленьких, то это прикольно, потому что у меня... Привет. Пока. Так. Иди. Иди на скормление мне. Ха-ха-ха-ха-ха. Смешно. В кавычках. У него 79. Не так уж и много. Ну почему ты за мной гонишься-то? Прошу тебя, не надо, не надо. Нет, ребята. А чё он? Будто бы он не за мной идет. Да я хочу вот этого вот догнать, я не знаю.
85 уже. Он сейчас меня догонит и все. Ты что прыгаешь там? Я под твоими ногами вообще-то. Хожу-бражу, потому что у тебя ты большой. Хм. Вот этот вот не мешает. Ты мне ничего не даешь делать. Не надо, ну не надо. Ну пожалуйста, ну не надо. Я ж тебе ничего не сделала. Так, сильно сверну, он сейчас, наоборот, меня догонит. А тот меня уже обогнал. Вот тот. Теперь мне надо от него убегать. Так, блин. Ребята, за мной куча гонится. Видите, тут прям целая цепочка. Если он, вот этот вот черный, съест его, то он съест меня. А у меня потом будет под ноль. Это вообще не круто. Я сейчас буду маленьких. Иди ко мне на скормление. Ха-ха-ха-ха-ха. О, смотрите, какая я уже. А, прикольно. Смотрите, какая я. Я теперь буду этого бояться. Он сейчас будет за мной бежать-то. А у этого 3000. У этого 700. И он сейчас будет за мной гнаться. Это же вообще отпад. Ну, пожалуйста, не надо. Дай ты мне еще чуть-чуть повыживать, пожалуйста. Не нужно-то всего лишь чуть-чуть. Ты иди ко мне. Конечно, ты мало даешь, я знаю. Но смысла-то нет мне. Конечно, нет. Мне сейчас надо от черного убегать. Потому что он будет за мной гнаться. Нет! Подрезать нельзя, так нечестно. Нет! Нет! Он так идет странно. Вот что вот... Свернешь, он за тобой. Подрезать ему не получится точно. А если я вот туда пойду, то он мне... Он запрыгнет. Хм. Все, мне конец. Нет. Все. Вот такая мне печалька. Ребята. Ну, как вы видели сами, мне это получилось сделать, но потом меня съели. И надо вот так вот печальку включить. Да. Ну что ж, ребята, я хотела вам сказать, переходите смотреть мои следующие видео. Увидимся там.